Примите еще, это три бумчики, колобочечки наши, пухлиши, со здоровенными глазами, непонятными хвостами, хоботками и жирными боками. Мы продолжаем раскрывать наши тайны, узнавать, как мы произошли, ну как мы, то есть зародились, вспоминать то, что было раньше, то, что у нас отобрал цилиндр, бороться с этим цилиндром, ну и, соответственно, с математиком. В прошлой серии мы подняли в воздух все линзы, и одну линзу даже с тобой активировали, направили ее на один из вот этих вот странных кубов, и он засиял. Теперь нам нужно активировать еще две линзы. Напротив одной я уже стою, мы сейчас поднимемся туда наверх, давай спускайся. Да, здоровенький, здоровенький. Ну что тут у вас, давайте сейчас по-быстренькому все сделаем. Вот, косю немножечко, но ничего страшного. Вот, есть попадание. Активировали. Осталось пробудить всего одну линзу. Лишь еще раз им нужно будет пересечь пески или воду, и можно будет выполнить возложенную миссию. Было тяжело, но воспоминания о двух братьях из пустыни придавали сил. О, да, эти братья, они, конечно, вообще шикарны. Они нам реально придали сил. Воодушевили. Ого, тут прям молния, смотри, шарахает. Ничего себе. Я очкую туда подниматься, вдруг у меня как то шандарахнет. Жопастик, уходи отсюда. Тут сейчас такое начнется, наверное. Тут острова начнут летать, ёкарный. Все, поднимаемся на последний лифт. И сейчас что-то должно прям бомбически произойти. Я поднимаюсь. Кстати, насчет сюрпризов и секреток. Тут ничего нет в округе? Не, вроде нет. Глаза ничего не показывают. Ну и ладно. Последняя линза. Давай активируем тебя. Итак. Ну-ка, снюкась. Есть попадание. Готовенько. Шикарно. Давай взлета. Опаньки. Ты что вылез? Ты как оттуда? Ты как там появился? Ты что нас ждал под водой? Смотри-ка, он платформу держит, не дает ее взлететь. Ах ты негодяй. Что если я его... Ага, получилось. Держи! Я тебя сейчас подожгу нафиг. Я так полагаю, это броня, а вот где кружочек, мне нужно туда попадать. Это же изи. Легкотня. Что-то я мазю как-то. Есть. И вот сюда еще сейчас тебе попадем. Кстати, ночь на дворе, откуда солнце беру, я вообще не понимаю. Ну что ты там, скоро, нет? Оу, половина бочины подорвал ему. Фига себе, нифига себе, нифига себе, нифига себе, вот это экшон, экшон, экшон. Три бумы, потрясенные и чудом уцелевшие, не знали, что и думать. Один из их наиболее страшных врагов был мертв. Вечный цилиндр молча остановился в отдалении. Летучий дворец, где они собирались танцевать и петь об утраченном, остался в недосягаемости. Вон он потихонечку поднимается, а потом раздался зов. Он был очень тихим и слабым, но постепенно становился все сильнее. Это запертые в цилиндре обращались к трибумам? Может, их звал голос в памяти? Портал в сны цилиндра был открыт. Нам туда надо. Они еще не вернули всех способностей своих предков. Чтобы вновь скитаться по этому странному миру, понадобится смелость. Но, преодолев так много трудностей, они взрастили в себе храбрость выполнить необходимое. Это было безрассудно и опасно, но они должны были вступить туда еще раз. Что-то я очкую, может, не надо туда идти, а? Но, кстати, голоса я слышу. Они прям зовут туда. Ну, пойдем, зайдем, раз надо. Что делать-то? Войти. Блин, ты прикинь, получается... Математика, мы победили, цилиндр теперь некому катить, и он не будет катиться. Это же просто вообще офигенно шикарно. Ой, а что это такое? Что это за вонючка там летает? Ой, и тут тоже вонючка. У меня тоже такой вонючка есть, вот. Вот он. Все такое зеленое, странное. Какое-то противное. И снова они. Ты. Вы вернулись. Слышите ли вы меня? Мы тебя слышим, слышим. Все рушится. Но не переоценивайте силу цилиндра. А че его недооценивать? Математика я уже грохнул. Существовать значит страдать.
Причина страдания, привязанность к эго, эго, истребление от сознания вселенного единства. Страдание не закончится, пока сознание отделено. Только объединение всех сознаний положит конец страданиям. Это типа математик с нами болтает или сам цилиндр? Интересно, интересно. Рождение есть страдание, старение есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание. Страдание закончится, когда все станет одним, когда сознание одного станет сознанием вселенной. И не будет больше разделения между «я» и «другим», субъектом и объектом, познающим и познаваемым. Фига себе, как он загоняет. Разнообразие форм есть причина страдания. Все формы необходимо привести к единству. Все формы должны стать одним. Только воссоединение всего с цилиндром положит конец страданию. Цилиндр есть совершенство. Цилиндр есть освобождение от страданий. Цилиндр продолжит свой путь, пока все не станет одним. Когда все станет одним, когда все формы найдут совершенство в цилиндре, лишь тогда цилиндр остановится и наступит мир. Куда мне лететь-то, блин, скажите, а то меня математик заболтал. Ну какие-то математические странные расчеты говорит. Наверное, мне вот сюда прыгнуть надо, да? Или я отсюда пришел? Еще не понимаю, куда мне? У меня глаза такие красные, как наркоман, да? Как будто у меня галлюцинации, а я не внутри цилиндра. Все есть одно. Одно есть все. Одно есть ничего. Ничего есть все. Его защите есть бреши, изъяны в его целостности. Продолжайте искать в своей памяти. Ого, вот нам туда надо. Мы делаем все возможное, чтобы помочь. Это сложно объяснить. Тут не пройти. А, вон, наверное, вниз нам нужно. Покатились. Ёшки-матрёшки. Не упасть бы тут. Ну, нам тут упасть-то, в принципе, не дадут. Тут везде защита. Нас голоса защищают и ведут. Вот тут вот еще чуть-чуть, вот сюда, вот так вот. Почти добрались, да, вон до тех мозгов. Ага. Нет, тут тупик. Тут скатиться надо, наверное. Есть. Как удачно я выбрал. Подожди. Сюда все-таки. А я думал, не зря я летающего колобка выбрал. Перелетел и все. Ну вот, получается, математика мы убили, и хаос у него в голове. Есть и другие старые воспоминания, песни китуала. Если бы мы могли оттолкнуть их от цилиндра. То есть, вот это как будто кровь, знаешь, как будто черюки. Ну, больше похоже на кровь, на кишки. Мы оборвали все воспоминания, все нейроны. Похоже на то. Трибумам нужно, вам нужно идти дальше. Туда. Я отделяю последние сгустки воспоминаний трибумов. Ну хорошо, давай, открывай. Принадлежавшая китуалам была отброшена, но цилиндр пытается это компенсировать. Голос явно слабеет. Ну, захватим. Сейчас что-то с нами произойдет. Я вроде как зашел. Где мы? Что мы? Как мы? Часть 4. Заговор призраков. Что случилось? Сколько времени они провели в сознании цилиндра? Трибумам показалось, что они отсутствовали совсем недолго, но мир вокруг изменился. А где летающая платформа? Словно части самого цилиндра просочились наружу, его сны портили все вокруг. Цилиндр остановился, и математика не было видно. А это что за звук? Подождите, математика нет. А кто будет катить цилиндр? И как он покатился? Неужели есть еще один математик?
Цилиндр продолжил движение. Поражение математика для него не означало ничего. Он был владыкой, он был вечен. Слуги же всего лишь инструменты. Если они ломаются, их можно отбросить. Вот эти вот зелененькие штучки. А, ну это фигня какая-то, ее подобрать никак. Нифига, ты посмотри, где пески? Вместо песков какие-то всякие красные волокна, которые мы видели в цилиндре. Что это за место? Все превратилось в какую-то гниль. Жутко. Очень неприятно здесь находиться. Но фильтры нас спасают на носах. Мы можем тут дышать. Прям очень интересно. Коконы какие-то. А, вон, смотри, мутанты тут есть. А слуги цилиндра, их нет. По крайней мере, они больше не появлялись. Ух ты, а вот это что это такое? Я такого раньше не видел. Можно собрать что-то там даже. Подожди-ка. Давай попробуем взять. А, это еда. Кстати, надо покушать. Пикник в разъяренном цилиндре. Отличная идея. Я уже так 100 раз делал, мне так нравится. О, жопастики бегут. Слушай, хорошо, что жопастики не мутировали от всей этой гнили. А то бы они озлобились и были бы вместо слуг цилиндра. И тогда бы мне худо было бы. Деревья, смотри, какие необычные. Короче, мир отравился. То, что я сделал с математиком. Как вообще то, что я уничтожил математика, как это отразилось на внешний мир, я вообще не понимаю. О, давно не видел тебя, цветок. Ух ты, ни черта ж себе. Ты гляди, тут статуи появились человеческие. Офигеть. Давай вот к этому шарику подойдем, посмотрим, что это такое вообще. Может, конечно, к нему... Это глаза. Это, мне кажется... Ой-ой-ой-ой-ой, он может взорваться, наверное. Он... Нифига себе. Ребятки, бежим от него. Может нас растоптать. А, кстати, а что, если его кислотой полить? Он как-то отреагирует на это вообще? Держи. Не, ему пофиг, надо бежать. Он может сейчас нас растоптать. Ха! На огромную подушку-пертушку похоже. А это кто такое? Это что такое? Эта улитка превратилась вот в эту штуку? Боже мой, улитка, она как будто с нее скин сняли. Кожу содрали. Но вот эти мистеры Пуки и миссис Пук, они вроде в норме. Все, ок с ними. Блин, но то, что с улитками сделали, это прям ужас. Какая-то дичь прям. Улитки, они же вообще безобидны были. За что с ними так? О, а это кто такой? Это крабик? Нифига себе, как крабик мутировал. Иди сюда. Все, дошли до стелы, сейчас будем останавливать эту сумасшедшую машину под названием цилиндр. Я сейчас знаю, что хочу? Пойти и отсканить вон тот пузырь своим аналитическим взглядом. Это что у нас такое тут? Рухлить какая-то, карга. Ну что ты там, цилиндрик, остановишься, нет? Я же вроде стелу активировал, все должно быть пучком. Все нормасик. Так, пойдем все-таки попробуем посмотреть, что это за пузырь такой. Сканируй его. Что-то не сканируется, слушай. У него даже руки есть, офигеть. А что он не сканируется? Кто это такой? О! Забавно. Все. Цилиндр встал. Слава богу. А этот чудик, он разлетелся, и у него есть мутация какая-то. Давай ее заберем. Что за мутация такая интересная? О, храм! Слава богу. Добрались до храма. А есть что-то еще здесь помимо храма? Нет, только храм. Ну, по всей видимости, нам надо пойти со старейшиной потолковать. Он нам объяснит и разрулит всю ситуацию из здешнего мира. Что теперь с ним стало? Кому бы мутацию дать? Мутацию, кому же отдать? В кого же ты превратишься? Ну-ка. Ой! Языкохват хобот позволяет трибуму отрастить язык, чтобы бить им врагов и разные предметы. Покажи, как ты это делаешь своим язычком. Нифига себе. Обалдеть. Какой жесткий хобот. А жучок, которого мы подобрали. Вот этот необычный жук. Что он делает? Давай, скушай, посмотрим. На ножки как-то это повлияет или что? Бесшумные ноги. Особые ноги позволяют трибуму двигаться бесшумно. Ха-ха, ты посмотри на них. Боже мой, они как у жучка того. Ладненько, раз тут такая ситуация, то пойдем в храм.
А еще я хочу раскрыть как-то вот эту вот... Не знаю... А, подожди, может быть, мы ее попробуем своим хоботом? Сейчас. Сейчас попробуем. Не, бесполезно. Как-то ее надо вытащить или, может быть, бомбануть? А, вот, глаза у тебя с этой стороны. Давай попробуем еще разок. Бесполезно. Кислотой давай побрызгаем. Я, конечно, сомневаюсь, что это как-то поможет. Ладно, давай бомбануть попробуем. Ребятки, все отходим. Сейчас снарядами популяем. А подожди, может быть цилиндром? Давай цилиндром. Черт. Черт, 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 уходим, ребятки, уходим. Давай цилиндра на него натравлю. Вот так вот тебя. Вот так вот. Давай, дави его, дави, дави, дави. У тебя получится, я верю. Черт, конечно, достается нашим дружкам. Что-то он не давится, слушай. Не хочет давиться. Видимо, он слишком жесткий. Шарик мы, короче, прогнали, он убежал. Здоровье он нам, конечно, попортил. Ну ничего. Значит, давай цилиндром наезжай вот на эту улитку. Ей пофиг вообще. Короче, эта улитка какая-то бессмертная. А я уже добрался до храма, заходим, сейчас узнаем, что кого там. Ого. Ого. Что тут у нас? То, что изменило внешний мир, добралось и сюда. Это свистки. Возможно, поэтому в воздухе стоял такой неприятный запах. Или это место просто превратилось в могилу. Так, что насчет свистков? У нас свистки, они... Да, гипнотический хобот. Мы его защитили. Значит, эти штуки можно, в принципе, взять и переработать. Водяной. Давай вот это все засасывай и перерабатывай. Оно нам не нужно. Что тут у нас еще имеется? О, камни. Вот эти камни нам очень нужны. Чтобы защитить мутацию перерабатывальщика камней. У меня как раз для нее все готово. Давай защитим. Наконец-то. Защита минерального процессора. Четко. Кстати, я так полагаю, свистки здесь неспроста. Они снова тут появились, смотри. И здесь еще есть эта Лиза шарики, который и привлекает этот свисток. Смотри, нам нужно Лиза шарики загнать вот сюда. Именно сюда, и тогда все откроется. Ага. Ну что, Лиза шарики, вы готовы потусить? Идите ко мне. Все ко мне. Одного завербовал. Еще один есть. Сейчас я встану сюда и тут подудю. Идите, идите, вставайте. Больше шариков нужно. В принципе, хотя тут вроде дверь открылась. Так, еще вот, еще один остался. Еее, нас поднимает. Подождите, 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 подождите. Я туда хочу зайти. А, ну я туда потом зайду. Или не зайду? Подожди, давай спрыгнем. Давай спрыгнем, спрыгнем, спрыгнем. Вниз. Фух, отлично. Сейчас я вот эту пыльцу соберу. Я, правда, не знаю, как я наверх сейчас поднимусь. Но надеюсь, что получится это сделать. Блин, капец, оно как поднялось. Оно закрыло все. Ого-го. Ничего ж себе. Наверху кто есть? Есть. Ой, ё-моё. Это мистер Пук? Что с ним? Его жуки пожирают? А жуки вот эти вот... Я этих жуков собрал, их можно съесть. Они здоровье восполняют. Жуть какая. Да, ну теперь понятно, почему тут так пахнет. Тут куча трупов. А это что такое? Еще Лиза шарики. Могу запрыгнуть куда-то. Рука огроменная, в которой есть сундук. Давай откроем. Что это такое? Какое-то необычное. Это мутация сердца. Регенерации. Оно мне нужно, чтобы защитить эту мутацию. Где-то здесь. Вот. Мне осталось добыть только мозг этого жопастика, и все. Все будет у нас огонь. А вот это как-то управляется? Нет, это просто фонарик. Это фонарик. Значит, грибочек. Смотри, что нам показывает. Нам нужно кидать Лиза шарики на грибок. И он будет куда-то отправляться. А, вон туда наверх нужно закинуть. И сколько нужно закинуть? Раз, два, три. Три штуки. Три Лиза шарика. И тогда у нас появится возможность опускать в эту платформу, по всей видимости. Ладно, пойдем тестировать. Пойдем пробовать. Лиза шарики. О, вы здесь есть? Ну, иди сюда. Как бы мне теперь грамотно его кинуть? Давай попробуем. Далековато, нет? Нормально. Ага. И? Есть попадание? Да, есть попадание. Один попал. Четко. В какую-то кастрюлю их отправляю. Супчик будем варить. Супчик из Лиза шариков. Кто бы хотел это попробовать? Я бы, наверное, воздержался. Следующий. Ой-ой-ой-ой. Не надо поливать, засасывай их. Ага.
И еще один. Давай еще одного на всякий пожарный. Мало ли. Нифига себе, он меня толкнул. И немного даже урон нанес. Ты что такой борзый? Борзый лизошарик. Вроде бы все активировалось. Ага. А лифт поднимается наверх. Запрыгиваем. Что нас там ждет? Что наверху происходит у нас? Вот сюда? Я в карту прыгнул. О, карту активировали. Мы, короче, сейчас что видим? Я вижу пещеру. Вот здесь. Стелла. Камень воскрешения. И вот здесь змеи у нас появится под конец карты. Ну, хорошо. О, гляди, улитка. Нормальная улитка. Вот эту не даст мистер Пух. Я ухожу. Точнее, миссис Пух, которая охраняет яйца. Давай-ка мы, пожалуй, от нее отойдем подальше. Мне еще знаешь, что интересно? Я хочу достать вот эти вот светлячки, которые на деревьях есть. Я, конечно, не знаю, можно ли это... О! Жиробасик, ты мне нужен, чтобы защитить мутацию. Сейчас мы его кислотой отбабахаем. А может быть, вонючка ему не понравится? Мы сейчас, смотри, что сделаем. Мы отправляем вонючку вот сюда. Я хочу посмотреть, он его съест, нет? Давай, попробуй его съешь. А, да, он съел Василия. Но я думал, что он сдохнет от запаха Василия, но, видишь, не вышло. Сейчас мы его зальем. Где твои глазки? Получай. Так, я не понял, почему у меня обычный хобот? А где у меня токсичный хобот? У меня сейчас хобот-фильтр здесь. Ладно, тогда комбинатор нужен. Потому что куча газов. Лови. Стреляй, 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 стреляй в него. Yeah! Прям в пасть попал. Фух, пронесло. Я думал, у меня сейчас тоже сорвет. Кто-то идет к нам? К нам дерево идет. От дерева надо убегать. Срочно валим. Стой, 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 мозги комбинируются, мозги, мозги, мозги. Фух, успели. Дерево мутаций. Теперь у нас никогда не отберут тело с регенерацией. Шикарно. Защитили эту способность. Кстати, ты посмотри. В небе уже портал появился со змеем. Пожалуй, нам пора идти. Мы тут уже слишком задержались. Выбирай своего бегуна. Зумба-беспредельщик. Скорость на грани. Ну что? Понеслась наша покатушечка до следующей стелы. Но тут без приключений, тут все быстренько и рядышком было, поэтому... Ну, если только знаешь, сейчас цилиндр возьмет и не расшибет вот эту стелу снова. Что меня бы сильно огорчило, я хочу тут побегать, пособирать ресурсики для защиты своих мутаций. Надеюсь, мне это дадут сделать. Если не дадут, я очень сильно огорчусь на цилиндр. Он, кстати, медленнее стал катиться, или мне просто кажется. Наверное, кажется, потому что я за зумбу скорость беспредел играю. Цилиндр встал. И вроде пока все спокойно. Все хорошечно. Так, от стелы отходит. Падение китуалов уже однажды вселило в трибумов страх. Но сейчас они увидели в этом знак, что их мир, пусть и пораженный, еще не сдался цилиндру. Отлично, ты снова здесь. Я... Подожди, вон там вот я вижу... Еще один луч от стелы. Это у нас камень воскрешения, но он нам нафиг не нужен. Ладно, чё, пойдем до змея. Будем пробираться к нему. Надо только как-то это аккуратно сделать. Вот я уже электризуюсь. Сейчас будет ададашка мне. Я здесь, я здесь, я здесь. Ты меня не видишь? Успели. Он даже нам ничего не сделал. Мы настолько быстры с зумбой, что красавцы. Так, храм открылся. Ты нас засосешь или нам просто в храм зайти? Куда ты уходишь? Он ушел? Подожди, я не вижу, он ушел или как? Ты что смылся? А как же нас засосать, чтобы мы в кишках у тебя побегали? Ну, видимо, ладно, ладно. Видимо, нас ждет старейшина. Заходим в храм. Ой, сразу пыльца нас встречает. Это, конечно, нужно. Это добротно нас встречают. Что тут у нас еще есть? Вон ту штуку вижу, это прям вот знак. В прошлый раз этот знак показывал нам выход. Надеюсь, что и в этот раз он тоже покажет выход. О, смотри-ка, тут еще один есть этот знак. Хм. Интересно, интересно. Что тут несколько проходов? Очень огромная пещера, и, по-моему, она вокруг. Идет. Сейчас я... Да дайте мне собрать пыльцу, чего, блин? Вот эти колобочная вся тема, знаешь... Когда ты прыгаешь, и под тебя колобок подлетает, ты начинаешь отпружинивать от него. Бесит прям. Трибумы дивились странному механизму, созданному их предками. Он наводил их на мысли о времени и о том, как
Оно меняет все вокруг. Старый мир рухнул, а новый еще только зарождался. Часы какие-то. Ну, давай покрутим эти шестеренки. Как взаимодействовать-то? Только что был значок взаимодействия. О, можно. Подожди, подожди. Нет, они тоже там не двигаются. Они двигаются? Ладно. Двигаем, 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 двигаем. Так вот. Пусть будет у нас. И вот это тоже вверх отправим. Может, это как-то поможет нам? Я, конечно, точно не знаю. Ну, типа, вот так вот. Нет, наверное, навряд ли это так. Ладно, бежим теперь вокруг. В другую сторону. Вот здесь тоже есть проходик. Тут есть и кубик. Вон он, пожалуйста, торчит. Тут у нас что-то... Еда какая-то. Вон там кубик был. Подожди, 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 подожди. Вот он, кубик. Итак, товарищи. Кубическую форму у нас примет... Кто же им будет? Давай Василий Вонючка. Нам сейчас Вонючка, в принципе, не нужна. Да и толку от нее сильно-то и нету. Он сейчас будет у нас квадратным Вонючкой, в принципе. Ага. Ну вот, нам этого достаточно. Поплыли обратно. Мне вот интересно, что вот это вот за глаза? Че это за фигня? Статуями трибума в пещере можно завладеть, используя мутацию, спрятанную в их глазах. Можно статуями завладеть? Давайте забьем, значит, эту мутацию. Это, короче, что-то для глаз. Я так полагаю. Нужно разбить ее. Разбили. Давай съедаем мозги. О, ничего ж тебе. Гляди. Позволяет трибуму смотреть глазами древних статуй трибумов. Активировать. И что он показывает нам? Двигаться. О, я еще и двигаться могу. Офигеть, я прям управляю ей. Ничего ж себе. Завладеть статуей. Давай завладеем. Я вижу, что там что-то есть, но что мне это даст? Завладеть статуей вот этой вот теперь. А, туда какой-то шарик надо плюнуть. Так, давай следующей статуей завладеем. Что мне это дает? Почему я от статуи к статуе перемещаюсь? И для чего это? Непонятно пока. Надо разобраться с этим. Ладно, хорошо, давай мы отсюда выйдем. Ну вот, мы снова здесь. Пойдем ставим наш кубик и посмотрим, что произойдет. Встаем в паз. Это что-то должно активировать? Как-то не работает, слушай. Вообще нифига не работает. Хм, странно. Может, все-таки здесь надо... А, ну правильно, там шарик закрыт, который нам нужно плюнуть. А чтобы его открыть, нужно разгадать эту загадку. Я въехал. И как нам разгадать эту загадку? Где-то должна быть подсказка, 100%. Ладно, я даже знаю, где она может быть. Нам нужно вернуться назад. Мы сейчас по этому мостику туда перейдем. И там что-то должно быть. Очень аккуратно. Вот. А, трибум здесь. И сундук. Ну ладно, давай откроем сундук. А там нет никаких подсказок, случайно. Трибум. Какой необычный трибум. Что тут у нас? Вот это. А, это комбинатор. Ну, это такой себе. Значит, нам нужно где-то найти подсказку при помощи статуи. Пойдем искать. Я, короче, в последней статуе. А, вон туда еще можно, смотри, переселиться. Я ее не видел ранее. И вот тут подсказка, да? Вон оно что. Теперь понятно. Значит, вот так вот нужно выставить часы. А вот эта стрелка стояла у нас вот так. Значит, надо еще подвинуться, да? Ну, хорошо. Может, так? О, все, отлично. Открылось. Берем, значит, вот эту штуку. И нам нужно ее... Может, тут под... вставили? Ха, их две должно быть, что ли? А где вторую-то достать? Вторую мы можем достать на той стороне, за решеткой. Может, там решетка открылась? Сейчас я посмотрю. Так, так, так. Нет, решетка не открылась, но я могу сюда водой стрельнуть. В принципе... Но вот я видел на той стороне, что туда нужно водой залить. Вот так вот полить. О! Свершилось! Вот еще один шарик. Вставляем его в паз. И теперь мы можем открыть эту дверцу. Еее, старейшина Киканка. Как будто чеканка, да? Чеканой, монетой. Но это Киканка. Ну че, старейшина, давай поболтаем, расскажешь нам что-нибудь интересное. Трибумы были рады узнать, что старейшина в пещере жива, но ее слова оказались отрезвляющими. Это она,
Это не он. Конец близок, друзья. Может показаться, что математик мертв. Но слуг цилиндра победить не так-то и просто. Да, он еще раз сделает математика. Я чувствую, что вы в отчаянии. Но поверьте мне, где вы видите только тьму, еще есть свет. Вы совершили великий подвиг. Вы вернули наши способности, забрав их у цилиндра. Никто раньше не мог совершить подобное. Теперь вам осталось попасть в парящий дворец и покинуть его с тайнами нашего народа. Но вы не сможете сделать этого самостоятельно. Вам понадобится помощь старших друзей. Найдите существ, которые пируют на останках китуалов, и заберите у них то, что забрали они. Этот ингредиент даст вам великую силу, способность общаться с китуалами. Только они могут поднять вас в небо и отнести навстречу спасению. Ух, круто! Скоро мы пообщаемся со змеями и с другими своими собратьями, старенькими друзьями. Только осталось переводчик забрать. Ну чё, выходим? Миссия ясна, спасибо вам, мадам Трибум Старейшина. Ну всё, мы выбрались с этого храма. Трибумы пытались представить себе существо, которое они искали. Каким же огромным и ужасным должно быть чудовище, способное сожрать могучего китуала? Даже представить такое существо было страшно, но они не позволяли страху помешать им раньше и не допустили бы это и теперь. Ну да, кстати, учитывая китуал, я так понял, что это змей. Про него речь шла. Я просто думал, китуалы это маленькие трибумчики, ну или большие трибумы. Ну, они похожи на нас, на колобков. А теперь я понимаю, что возможно это змей-китуал. И кто-то этого змея сожрал. И нам этого кого-то нужно найти, а Таташке ему сделать, отобрать у него мутацию, которая позволит нам общаться со змеем. Ну что ж, на этой увлекательной и удивительной ноте, на прекрасной зобке, где мы смотрим на разлагающийся мир трибумов, я предлагаю завершить. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Увидимся именно на нем, так что до встречи!